Я хочу свой ресторан, да? Нет, не так. Я рассказываю, как надо, в итоге человек пишет. Euh, я открываю, в настоящем времени, я открываю ресторан, свой ресторан. Я говорю, а как ты открываешь? Хорошо, ты его откроешь. А как ты его откроешь? Может, ты задолбишься и будешь лет пять его открывать, тебя сожрет налоговая, но ты открыл. Желание исполнено? Исполнено. Как? Легко открываю свой ресторан. О, да, точно, классно. Я говорю, а какой? Легко ты открыл свой ресторан, да, допустим, а, а он прибыли не приносит. Ну и никто как бы не ходит туда. Он говорит, я понял. Я говорю, то есть я открываю легко свой прибыльный ресторан, уже лучше, да, лучше, чем было. Я хочу свой ресторан. Отличается желание, но это проработать нужно. И вот такие есть каждые мелочи, да, в каждом желании. Про мужчину найти, забеременеть, очень многие, да, вот желание такое у них. Выигрыш, допустим, да, там кто-то в лотерею хочет выиграть, бывают такие. Вот, потом, да, все что угодно. Ремонт сделать, квартиру купить, дом, машину, э, все что угодно. Поэтому в каждом желании есть свои нюансы. Вот как раз, я им рассказываю, это первый эфир. Они мне присылают, я его как бы исправляю, да, обратная связь даю каждому лично. И отправляю. Все, кратко, еще важно, кратко. Почему? Потому что дальше технику, которую я даю, я ее сама для себя придумала, открыла и пользуюсь сегодня, только делаю это. У меня же уже есть желание. Вот. И дальше это должно быть кратко. Мы работаем с негативом, второй эфир. Я рассказываю, как избавиться от негатива. Если это посторонний, это легче, да, я даю способ, если это близкие, тех, от кого избавиться вообще нельзя, ну как ты живешь в одном доме, или там мама, или там, да? там муж кто угодно, брат, сват. И мы прорабатываем, да, дальше тоже даю задание. Третий эфир как раз вот про технику, да, вот эту вот визуализацию. Ну, не так просто, представьте, мало представить, мало представить. Мало даже прожить эту всю историю до мурашек, мало. Важно в реальности немножко, реальности подключить. Это четвертый эфир. Пятый а, у нас, получается, идет, это про реальность. Дальше отпускаем, очень важно отпустить свою мысль. Все, вот таким образом, понимаете? И пятый заключительный эфир, там мы уже подводим итоги, все собираем в кучу, все. Вот из этого состоит игра. А не сказал самое главное, мы карту желаний там еще рисуем. Эфир, когда мы рисуем карту желаний, делаем, да, ее по правилам по всем. И там нет такой истории, что север-юг, запад-восток, запад, с компасом походите, посмотрите по фэншую, где у вас зона а, любви, там вот этого нет всего, я так не делаю. Я не знаю, я, я не спорю, возможно у кого-то такие методы, да, но у меня другие, у меня все гораздо проще, ну как-то естественно более. Вот, поэтому есть две важные вещи, про которые я рассказываю. Тоже в этом эфире, все в одном. <coughs> берет ли Вселенная плату за исполнение желаний? Да, берет. Вы должны заплатить ей страхом. Вы отдаете страх перемены, допустим, в работе, и получаете новую, и ваше желание исполнилось. Вы отдаете... Прощение, прощаете кого-то, обиду убираете, меняетесь сами и получаете в награду любовь всей своей жизни. Бывает, что человек не может встретить свою любовь, потому что он вообще в обиде, да, возможно, на бывшего, либо еще там на что-то. И он в этом состоянии, а я вам рассказывала в, первой, в первом эфире про э, вот эту энергию: что излучаем, то и получаем. Человек, который испытывает вот такое состояние, да, и переживает он никогда не найдет любовь. Даже если он мимо будет тысячу раз ходить, он его просто не заметит. Он не притянется. И он сам, сам не подойдет к вам. вас будет из, Вы будете излучать вот эту всю историю. Сейчас уже второй эфир, смотрю, начался. Я всегда готова с вами поговорить. Вот просто увидела вопрос и вот отвечаю на него. Поэтому вот это вот что касается игры. Поэтому все, увидимся. Сегодня пост напишу. Наверное, тезис, на о чем был эфир. Вот. Так что увидимся. Приходите, поиграем, зарядимся. Попробуйте, просто попробуйте. И вот переключитесь.